Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Мне кажется, топор увеличился в размерах, нет? Жди здесь. Но я жди. Хочу... здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Не знаю его, а он не знает меня и, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Нифига тут сына разобрался. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты ну, хоть борода меня. Не выросла Отдать! У сына, а ты ведь могла и борода вырастить. Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Топор забери, мужик. Да. Смотри! Вот выход, но нет света, мост не появится.
Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. А там чего? Ну тут кристалл, да. А наверх мы не хотим слазить? Глянуть, что там. А, собственно, мы отсюда, наверное, и пришли. Так ведь? Да чтоб там вас... Где он? Где он?
Так, что-то я заплутал. Что скажешь тут, стоишь тут у нас? Может быть, кристалл надо было вставлять, например, вот сюда. Ну и я опять оказался где-то в странном месте. Так. Так, ну я вот тут собрал сундук. Вот здесь подъем наверх. И вот здесь пацан что-то смотрит, высматривает. Что ты здесь смотришь? О!
А с какого места-то это вообще надо стрельнуть? Очень странно, конечно, очень. Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Пацана, стрелы стали хоть что-то куда-то попадать. Это не может не радовать. Так, куда идти? Тут тоже не пройти. Неута!
Ну и что тут у нас? Смотри. Смотри. Синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Угу. Ну что, возвращаемся за кристаллом. Будешь везде его носить? Может быть. Опять эти руны, которые, да, ну так, ради интереса, а где еще две? А третья где? А вон третья. Ну, естественно, с моими скоростными навыками это вообще нереально такие вещи делать. Так, хорошо, а тут еще же одна есть. И как мне ее... А, вот. Пойдем, сейчас пойдем. Только вот, наверное, оттуда надо молот кидать. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Так, достать до чаши. А как туда попасть для начала? Thank you.
А, вот. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Сундук. Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Чем мы сюда пришли-то? Я вообще не понимаю. Может, тут еще ниже надо? Ну вот дверь еще есть такая. Ah!
Может, поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляешь? Стреляй на слух. Учись. Учусь. Так, ну сюда надо кристалл. А еще тут какие-то вон вертушки. Заблокированный сундук. Ну что, забираем камень. Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Сейчас какая-нибудь гадость появится, 100 пудов. А, нет, это время тикает. Так, ну и что тогда? Thank you.
Да. Это интересно. В, а там и так бета. F. Они еще и рандомом выставляют. Это плохо. Какая здесь должна быть буква? Я надолго тут засяду. Так. Ешка есть, Эфка есть. Мне надо на бету выбить. И бета есть. Мне сейчас надо выбить только одну букву. Повезло. Я думал, это выход, а тут... Ну хорошо, а где тогда выход-то? Может, пойдем уже? Пойдем? А куда идти-то, ты знаешь? А, вот еще здесь. Надо все-таки кристаллик забрать. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать.
Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться! Блять, собака. Что он сказал? Сделали роковую ошибку. Ну пусть будет гнев волка. Мы помогли не тем? Я. Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Пойдем? Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной, только если тебе что-то тебе нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Может, пора уходить?
Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? У меня никаких дел больше нет. Что ты хотел рассказать про войну? Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем бы вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Момент. Да-да. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. До встречи, друзья. Ладно, наверное, на сегодня закончим. Возвращаться в Мидгард будем уже на следующей неделе.